надо было стойки, хорошо. Правильно, встань. Двигайся, двигайся, руки защищай. Стойки боевой. Молодец, оп, оп, оп. Молодец. Дышать надо больше. Нет? Вот ты давай, снимай, не чтобы я попадал в кадр. Давай, включай. Включил, включил. Пошел. Да, молочек, молочек, влево. Правильно, обратно так же. Разворот. Молодец, молодец. Включи. Обратно, зря. Боевой стойки. Давай боевой стойки. У меня двигайся. Пошел следующий уже. О, молочек. Молочек. Хорошо получается. Разворот. Пошел, 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 пошел сразу. Левый стойки, спокойно. Ты, пускай, работай, да, да. Смотри, поставь себе. Поставь. Вот, давай, иди к стене. Слушай, там объясняет вам, что смеетесь-то? Чтобы вы могли работать под жизнью, да. Да. А у тебя есть? Чтобы у вас не было такого закрепощенного. Да, Артём, ты? Алёша. Вася. Храни меня, не Алёша. Знаю. Стала, Алёша. А зачем ты маски записываешь? Маски для чего это? Да потому что они вечно забывают. Я это зажгу, меня не будет. Слушай, запиши мою туда тоже. Напиши Олёша тогда. О, Вася. Я ставлю чай. Длинный вроде бы старайтесь. Пока у вас страх, пока не уверенность, вы его хулиганите, не получаете. Не спешите ударять себя быстро, сильно, потому что и так страх вас на стопоре держит. Играйтесь как со своим младшим братом, друг с другом. Алексей же вам сказал, берегите партнера. Раз может прилететь, и стряхнет, и просто будете, не знаю, не поймете сразу. Стряхнет голову, затошнит, ладно, это видно будет. Пронесет вас, тоже видно будет где-то что-то. А если вы это контролировать не будете, значит это плохо будет. Вы берегите сами себя и друг друга. Главное беречь своего напарника. И на улице это, на улице вы зацепите кого-нибудь, обязательно статья будет. Зачем? Вот умеете работать, легкое движение здесь, поиграйтесь, научитесь своему движению тела, чтобы вы ощутили, смотрите, 15-16 лет, а у Алексея гораздо растяжка лучше, чем у вас. Семенович, они только начали, идем, будет хорошо сегодня. Но они должны раскрепощаться, сделать футболист, ты постоянно занимаешься. На что, на шпагат садись? Я не на шпагат. Вот поэтому я говорю, чтобы вы ощутили каждую мысль. Каждый накаточек, то, что у вас есть, нет на окончании. Где-то что-то посерьезнее уже относитесь. Не просто так вот ухо махать. Уши мочите, значит, вся система отсюда развивается. Точки давите руки, меридианы, значит, тоже срабатывает компьютер. Почему в компьютере программа, вирус, какие части? Клавиатура отдельно, да? Хотя в компьютере базе данных тоже есть. Так и у вас в голове все должно быть. Не спешите, говорю, жизнь, она очень быстро пролетит. Я говорю, думал, так-то, так-то, так-то. А сколько ошибок сделали? Вот я не хочу, чтобы вы уже такие ошибки делали. Радовались жизни. Именно радовались жизни. Или мы родились, да, после Великой Отечественной войны, да, то, что не успели. Или вы, у вас сейчас вот 91-й год, я ничем не отвечаю, мальчики. Вот что был 17-й год. Революция, да? История, не история, нас учили. Что 91-93 год стреляли по Белому дому с танков, пушек, да? Людей убивали. Или тут. И не вздумайте, куда-то вот 31-го или что, с Навальным, куда это идете. Это просто я говорю. Да, ближний бой, вот взяли сразу, да? Все, вот отсюда надо. Денису не попади вот, только. Я отойду, ударю тебя, а вот он где. Все, вакцин. Да. Боремся, боремся, по-боксерски, по-боксерски, двигаемся.
Ноги работают. Движение. Левая постоянно рука работает, парни. Руку выше поднимите, руки. Открытый, Денис, открытый. Что за конвульсии?